Добро пожаловать на Snoring at Play. Это игра, я в нее еще даже не зашел, но она уже выебала всю душу. Во-первых, для того, чтобы создать учетку, мне пришлось напрягать Злоктора. Какие-то непредвиденные ошибки постоянно происходили. В итоге он создал мне учетку, и игра меня не пускала в аккаунт долго или выбрасывала из игры, и это было реальное дерьмо. И теперь я наконец-то здесь, и давайте посмотрим, что из себя представляет этого рот того наоборот игра. Поехали. О, получен запрос. Сейчас, подожди, ничего не говори, у меня здесь интро начинается. War. War never changes. In 1776, this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage, we have fought. And now, the red menace is at our doorstep. Блять, красная угроза, естественно, кто еще может быть? Of annihilation. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you, the good people of America. So that if the bombs do come, if the end does come, our way of life will endure. But not everyone will be saved. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts. Minds, and ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. Конечно, мускулистая. О чем идет речь? Не надо мне этого всего. Недостатки. Сыть на лбу. А, тут, в принципе, больше ничего и нету, да? Больше я ничего не могу сделать. Угу, я же говорю, даже сиськи и жопу нельзя сделать. Ну, говно игра. Все, надо удалить. Дайте имя своему персонажу. Окей, окей. Вот так вот выглядит моя комната. Да, вот это значительная херня, конечно. О, классно у них здесь, светло, чистенько, аккуратненько. Ты приглас прими, заебал. А где его принимать? В общении. Все, друг добавлен. Денчик, выходи во двор гулять. Хорошо, сейчас. Спасибо, спасибо, говорит, удачная охота. Что это? Я какой-то кэмп взял. Наверное, пригодится, не знаю ничего. Карты способностей, ручка. Харизма позволяет обменивать способности более высокого уровня, а также влияет на размер наград от групповых заданий. От выносливости зависит максимальный запас здоровья, расход очков, действия при ускорении, а также иммунитет к различным заболеваниям.
Восприятие влияет на точность оружия, а также определяет вашу способность замечать то, что происходит вокруг, включая скрытное перемещение. Сила определяет физические возможности, так понятно. Интеллект влияет на умение взламывать терминалы. Ловкость определяет быстроту ваших рефлексов и точность движений. Удача! Она влияет на скорость заполнения индикатора критической атаки, а также определяет износ и прочность найденных предметов. В команде вы получаете на 5% больше опыта. Ого, эпичность 80 уровня. Попить, блять, поесть собачьих консервов, наверное. Блять, на самом деле это, ну, тупо, на мой взгляд, блять, механику голода и жажды в ММО. У меня в магазине что-то фри есть. Сумка? Вала какая-то. Эмоции — это, конечно же, самое главное, самое важное, что нужно брать. У меня есть один бесплатный ремонтный набор. Что такое? Посмотри на мой портрет. Бля. Я ведь просто забрал его из магазина. Ну что за ебало? Я даже не стал его забирать. Немножко стимуляторов похавал. У меня ощущение, что я что-то сделал не так, ну да ладно. Стимулятор восстанавливает ХП. Не, я понял, но может быть есть что-то, что не так жестко отжирает. Чего отжирает? А это типа серьезное дерьмо, а есть менее серьезное дерьмо? Ну типа да. Дверь наглухо никто не пройдет, там, наверное, что тебя интересует. Я все прослушал, что она говорила. My partner and I need a way into that vault. We got a tip from the Wayward. Heard of the place? New bar down the road. So this guy told us that after you gave him the last of our caps, and he said that inside that vault is the, you know, that's where the big one is. Our last chance to turn our lousy luck around. You know, the thing that brought everyone back. The treasure. But I told you, Lacey. The guy was scamming us. But those were the last of our caps. No. Someone has to know something. We're just gonna stick it out until we find them. Конечно, вас наебнули с крышечками. Wonderful. Thanks for answering some questions for us, I suppose. Seems only fair I return the favor. Anything we can answer for you? Да, мне нужны патроны. О, смотри, харизма. 2+. Такая умная и способная женщина. Наверняка захватила запасное оружие. Чтобы поделиться со мной. Да, она мне без харизмы дала оружие. Тогда это говно, а не игра. О, она мне дала тесак, пистолет и патроны. Ага, мне только тесак. Что тебе известно? Блять, я, наверное, ни о чем не буду спрашивать, просто пойдем и выясним, что тут за дерьмо происходит. Watch yourself out there. Да я постараюсь. На меня тут кто-то рычал. Откуда рычали? Кто рычал? Это лягушка. Урановая руда, лол. Там за сексуальные звуки. Я играл в кёрлинг.
Вся пища, доступные рецепты. Я создал светящийся мясной стейк. А я собрал рододендрон. Это новая песня Моргенштерна, что ли? Или Little Big? Рододендр. Я нашел уединенную хижину, а в ней труп. На трупе нашел записку, список дел. Ответь его внимание, припрятать остальные припасы, прыгнуть в другой ящик, молиться Богу о спасении, найти кому-нибудь из 76, убить Закса. Все крестиком, кроме убить Закса. Еще записка. Для дальнейшей постройки укрытия необходимы материалы. Древесина Х-единиц, таль Х-единиц, болты Х-единиц, шестеренки нить. Так, сейф. Пилик нет. Я же ключ только что подобрал. Нахера мне шпилик? Ключ не отсюда. Я сейф открыл. Патрон взял. Кожаную броню для левой руки. У меня кожаная броня есть и довоенные деньги. Так, наверное, кожаную броню надо сразу нацепить. Возможно. Записка Гуля 1. Меня зовут Уильям. Я представляю группу храбрых мужчин и женщин, к которым вы, вероятно, хотели бы присоединиться. За те годы, что мы ведем эту новую жизнь, многие из нас потеряли то, что когда-то принимали как данность. Кожу, лицо, прежний голос. Это больно, но каждому из нас пришлось пережить гибель родных и близких. Прошло 20 лет, и больше никто не должен мучиться от страха и одиночества. Вы не одни. От страха? Ну, от страха, ну, типа, веселье, хахашечки. Записка Гуля номер 2. Если вам интересно это предложение, группа ваших соседей собирается к востоку отсюда. С нами связались люди из большого сообщества в Капитолии. Город сильно пострадал, но, как они сказали, мы... Там собрались уже большой-большой толпой, мы хотим присоединиться к ним. Ладно. Вот тут есть верстак, на нем можно что-нибудь изготовить. А еще на верстаке можно разобрать всякое говно, чтобы сделать из него другое говно. Я добавил себе грязной воды. Пытание пройдено. Разобрать хлам, чтобы получить ресурсы. Так, и я, походу, радиацию получил. Ну, типа, грязную воду надо кипятить. Так, я могу сделать теперь простой чай с грязноцветом и сок из мутафрукта. Давай из мутафрукта, звучит вкусно. Так. А чай с грязноцвета больше... от очков действия дает. Ну тогда очевидно, делай то, что более полезно. Нашел записку, читаю. Лунный лес мычит в молчании среди древесной древесины. Острые камни под мягкими склонами и шипы в малиновых зарослях. Я стремительно бегу сквозь тьму, все дальше и дальше в темноту, не отвлекаясь, не замедляясь, все дальше. Я... стреляю бомбами и пулями, осаждающими в гигантский кумулус, кровоточащий с американской точностью. Нормально ты его зафигачил. Так, как какой-то домик. Толбери стейк. О, кофейник возьму, пригодится. Да, сделаешь. О, там на улице зомби, пойдем отпиздим его. Он бежит в слоумошке, в такой прикольный. Иди сюда. Нормально, с него серп, кстати, выпал. У меня патрон дробовика и тесак, видимо, добыча персональная. Да-да-да, это хорошо. Сообщение для Сэмми. Давай. Спасатели не знают ни хера. В небе каждую ночь все больше тварей. Братство предупреждало спасателей всех нас. Defiance Pow, говорили они. Что это вообще значит? П-
припасы на исходе. Наверное, постараюсь добраться до Эбби по перевалу. Свободные штаты должны узнать подробности. Сэмми, если ты это читаешь, доберись до Эбби. Иди строго на восток от пенгостоянки «Красная ракета». Эбби знает о братстве стали больше всех. Пусть за тобой присмотрят ангелы, больше присматривать некому, это уж точно. Так, ну, судя по всему... Хотя нихера не понятно все равно. Ну, пока такой симулятор бомжа в постапокалипсисе. Классика. Все как мы любим. Груз клея. Вот. Что это значит? Груз клея разобрать. Мне выпадет с него клей. Ага, тут вот так вот все, да, работает? Ух, нихуя себе. Тут какая-то мне игрушка выпала. Упс, скрытность. Ломился сюда, начал пушкой размахивать. Not exactly the introduction to the wayward I would have hoped for. Oh, sorry about that, darling. First round's on me. Name's Duchess. There's something I could do for you. Your guess is as good as mine, sweetheart. He busted in here saying I needed to turn over the location of some fellow named... Since then, a steady stream of miscreants has been making my life irritating. Not exactly good for a butt. See? That boy you put down, he's not the first, but I want him to be the last. Normally, I'd send my people out to clean house, but I'm willing to pay good money if you put an end... Да как нехуй. Да, погнали, бабки нам не помешают, у нас сейчас как раз нихуя нету. Only seems fair. Now, each of these boys came in, and how would you grab the attention? Well, aren't you a smart cookie? And, just give me one second. So what I have chicken scratched together here for you is the schematic for one custom-made Crane Treasure Hunting Inc. sign. If I didn't butcher the plans too bad, it's got a little system built in that'll make sending out an advertisement and getting this gang's attention a snap. You just need to build it. Use the tape it spits out to tell the world you're open for business, and then convince any punks that they did teach you all how to build from schematics up in... Да хер его знает. Hey, if you need a refresher, good old Morty Mordkin. What are you on about, Mordecai? Hey, nah, I'm not bragging or anything, but I've got some Oh, Mort, not the Well, you find yourself wanting a refresher? Of course you're gonna need materials. You should have enough lying around to cover you there. Get you together a little care package. Throw some rations in there too, so you don't starve on me. Заебись, еще и жрачки перепало, это кайф. But I can spot you some workbench materials too. Who knows? Now, you ready? Hot dog. Be good to have. Just make sure once you find out where they're hiding. Oh, and on the topic of leaders, you know, one of my... It's a little out of date. Sounds like she set the camp up so her people could get some practice in... Опа, крышечки перепали. Присел. Ну да, тут возможность была такая присесть. Бля, еще вот эта анимация очень долго. Я, короче, присел сюда, и вот здесь вот видишь ящик, он такой типа, хе-хей, стал прыгать туда-сюда. Так, ну я вроде забрал отсюда все пепельницы, все кружки, тряпку. Тут еще мужик какой-то. Может, сначала по ее миссии сходим? Тут толпой не собирался. Не, надо все сразу набирать. Well, don't you worry that smooth little face of yours. You are in good Ты свой лобик не можешь, блять. У этого чувака отсутствует ебало, да? Come on, man, that's a joke. Now you see, I drove security, and I was coming back from a pickup, and it was like someone dropped a hurricane on it. I can hear it battering the truck.
bang, I wake up, man, and it's crazy. All it cost me was my skin and any opportunity for someone. And that was the day I became... Он стал Дэдпулом, блядь. Нет, красным черепом, посмотри на него. Дэдпул просто урод, но у него хотя бы нос есть. А, нам сказали, он стопудово злодей. Почему? Потому что он выглядит как злодей? Потому что у злодеев нет носа. Ха-ха, стопудово. Can stride through a blast zone like it's a spring breeze. Also means I can survive in situations that would turn a normal person into it. The major downside, there's also, well, you might have seen them, not all ghouls, but ever since that turn, there's always this net that I, serious, shit, I thought, overall though, being a ghoul makes bad. А задание? Он не дает задание, просто попиздеть. А вот задание. Now this sets off голозаписи, блять, что? All I'm asking is you give them a listen and let me know what you think. You will? Oh, thank you. I mean, thanks. Just go. Now, ну окей, не вопрос, прослушаем. Твою мать, какая крыса тонколапая собирала эту хуйню. Ой, запись уже идет. Привет. Вы слушаете первую из обучающих записей директора Морте, и сегодня мы поговорим о платформах Кемп. Кем бы вы ни были, бывшим жителем убежища или его убийцей, начинать нужно со снов. Так что поговорим об установке Кемп. Если вы устанавливаете Кемп в первый раз, не забудьте... черт, где же этот листок? Ага, не забудьте посмотреть окрестности. Оцените местность и то, насколько она пригодна к обороне. Может, эта скала обезопасит ваш фланг. Ну еще бы, ёлы-палы, когда найдете идеальное место, приступайте к лучшей части взаимодействия с кемп, к строительству. Строительство сложный процесс, поэтому твердая рука и внимание к деталям. Нет, что-то не то. Внимание к деталям. Во! Вот что вам необходимо. Уделите время, чтобы ознакомиться с запатентованным интуитивным инструментом строительства Кемп. Но не волнуйтесь, о строительстве мы говорим в следующей обучающей записи директора Морта. До встречи, ёлы-палы. Морт, что за хуйня? Приветствую вас, мой преданный слушатель. С вами вновь директор Морт, и сегодня во второй записи мы поговорим о строительстве. Итак, первый этап строительства это... Это что, газировка? Красная газировка, да? Ой, выбор. Сначала выберите, что вы будете строить. Как только выбор сделан, ответьте на три простых вопроса, и тогда строительство пройдет успешно. Первый. Поместится ли объект данной формы и размеров в выбранной мной месте? Второй. Изучена ли схема? И третий. Есть ли у меня все необходимые материалы? Черт побери, кто залил кровью мои записи? Шоу, если я узнаю, что это ты, то у меня зальешь кровью... Ну, неважно. Просто закончи, морд, вот и все. Если вам не хватает материалов, поищите на местных свалках, заводах, складах. Не хватает важной схемы, она вполне может искаться у местных торговцев. И на этой ноте я прощаюсь с вами. Это были обучающие записи директора Морта. До встречи, Соломон. Соломон, молю Бога, чтобы это оказался Джем. Ну, типа, до встречи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да, вот это вот все дерьмо. Угу. Милые слушатели, с вами вновь директор Морт, и в последней записи из серии Кемп мы поговорим о том, как подключить вашу платформу к источнику питания. Если вы прослушали вторую запись, то наверняка уже знаете, как создать генератор. Если вы его еще не создали, я подожду. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Да-ду-ду. Ду-да-ду.
Отлично, видимо, вы справились. Итак, генератор — это сердце энергосистемы вашего жилища. Все, что остается сделать после постройки генератора, это соединить его проводами с объектами, которым нужна электроэнергия. Не забывайте, чтобы притянуть провод, необходимо, чтобы на его пути не было препятствий. Впрочем, некоторые объекты, например, простые лампочки, не нужно подключать напрямую. Все, что вам нужно сделать, это протянуть провод от генератора к опоре ЛЭП и разместить опору ЛЭП поближе к источникам освещения. И вуаля, да будет свет. Мы прослушали голозаписи директора Морта, посвященные строительству платформ Кемп. Вы можете посетить Wayward и встретиться с директором Мортом лично, если хотите узнать подробнее о других увлекательных курсах. Морт — это можно есть, и мутации. Я теперь чудовище. Еще раз спасибо, что слушали. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Увидимся, когда увидимся на Starring Head Play. Кстати, через 2 минуты упадет с неба бомба. Может, надо убежать нахуй отсюда? Не знаю. Давай. Куда она упадет? Я не знаю. Ну ты посмотри, смерть с небес висит. Так, чтобы построить или переместить кемп, войдите в меню «Предпи боя за пределами убежища» и нажмите «ЛБ». Это вот это, да? Да, во. Я слышу, как будто что-то летит. А где ебануло-то? Мы в... Что там на задание? Да. Бля, вечность бежать, да, как обычно? Интересно, тут есть транспорт? В оригинальном Fallout не было, насколько я помню. В четвертом, по крайней мере. И в третьем тоже. Там были быстрые перемещения хотя бы. Блин, здесь они тоже, по идее, должны быть. Иначе это херня какая-то, вот так вот бежать всю жизнь. В ММОшках обычно нет быстрых перемещений. Да, в GTA Online нету. Зато есть в этом, в Red Dead Redemption. Вердио. Он меня стреляет. Вот этот пиздёк. Он меня стреляет. Да стой, блядь! Блядь, вовремя. Как он здесь-то оказался, ёпта? И дверь зашел. Ну, прийти и запустить тут запись. Вот, да. Теперь возвращаемся назад. И, наверное, махач какой-нибудь опять будет. Ну ладно, погнали. О, можно в свой кемп телепортироваться. А, да, как? На карте по нему ткнуть. Так, чё дальше? Чё делаем? Чё за мужик? И здесь вот этим чуваком. Почему он в текстурах застрял? Что он себе позволяет? Ну, короче, мужик пришел, говорит, ты типа не Крейн. Что тебе надо? Еще отбросы какие-то пришли. Даже подожди, не стреляй. Ты Крейн? Это все? Мы ожидали чего-то покруче. Говорят, тебе у тебя есть информация, которая нужна боссу. Скажешь мне, где сокровища, настоять тебе в покое. Честная скаутская. Так, как насчет честного обмена? Я расскажу, где сокровища, ты покажешь мне лагерь банды. Харизма 2. Нас всех обманули, сокровища не Папуа-Апачи, а в Вашингтоне. В Вашингтоне? Реально, вот же падла, больше боссу это не понравится. Наш лагерь на лесопилке Западной Вирджинии. Знать бы теперь, как объясниться перед боссом, чтобы он нам голову с плеч не снял. А, на этом месте я предлагаю закончить наше ознакомительное приключение.
было весело, было интересно, ну, затягивает. А вы пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся, когда увидимся на Snorin Cat Play.